картина мира пестрая, и мир при этом кажется катится в ад. Прям не в ад, в ад. Привет. Это не сказочная Бали, это ад. Российские пропагандисты продолжают хорохориться, но, судя по всему, концепт сильно поменялся. Теперь в повестке дня ад, ад и ад. В принципе, на отдельно взятой территории этой планеты ад уже построен. Это Россия, это КНДР, это Иран и Сирия. Идет дискуссия по поводу Китая. Но мы на эту ситуацию смотрим в каком ключе? Правильно, с высоты Киевских холмов. Так вот, с высоты Киевских холмов ясно одно, что направление движения Российской Федерации сильно изменилось. Ведь Путин обещал совсем другого. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Сейчас на болотах большой траур, потому что украинский дрон неожиданно задвухсотил российского пропагандиста Бориса Паскудова, простите, Максудова. Он рассказывал о том, что дроны не летают украинские, потому что облачность. Боря даже записал короткое видео. Все хорошо просматривается, простреливается, особенно с неба. Нам повезло, что сейчас небо затянуто облаками. Но дрон взял и прилетел. И все эфиры российского ТВ сейчас забиты реквием по этому Паскудову. А все почему? Потому что Путин прекрасно понимает, что главные его войска — это информационные войска. Потому что именно они заставляют россиян гнать на украинские пулеметы и искать себе приключений. Но если посмотреть на Паскудова, последнее его видео, оно говорит о том, что сколько бы они не рассказывали о том, что они кто там, военкоры. Да нет, это российский солдат. Как мы видим на Паскудове, никаких знаков отличия, что он журналист. Но он ими не является. Можно сказать, умер честным человеком. После сообщения о том, что он получил ранение, сразу же пошли такие реляции, мол, угрозы жизни нет. Но чуть-чуть позже он неожиданно помер. Или, как говорит Путин, сдох. Мы ему желаем в этом плане успехов. Тут интересно следующее, что по видеокадрам, которые были обнародованы российской стороной, становится понятно, что ранение у него действительно было не критичное, если бы ему оказали медицинскую помощь. Но ее не оказали, его не эвакуировали вовремя. Почему я на этом останавливаюсь? Да все дело в том, что война, как я уже сказал, это же элита российской армии, и, соответственно, им самое лучшее. Им вертолеты, им машины, но даже его не эвакуировали. Вы представляете, какой расклад тогда с российским рядовым солдатом? Сдох российский солдат, и бог с ним. Тем временем недограф Толстой предлагает в рамках концепта «Россия обязательно где-то кого-то победит» отменить концерты на передовой. Интересно, о чем же он сейчас говорит? Какой-то изопов язык. Россия это сейчас неплохо выглядит? Неплохо. Поэтому нам нужно просто не расслабляться и также собрано относиться к той ситуации, которая сейчас на фронтах. Не проводить там какие-то концерты рядом с передовой, а помогать солдатам, помогать нашим защитникам по мере возможности. Вот сегодня разговаривал с военным врачом, он говорит, нужна кровь на фронте. Понимаете, у нас вот такие проблемы, они, может быть, слабее выглядят, чем алмазы. Но надо наладить переливание, сдачу крови донорской и поставку ее на фронт. Говорят, что с этого концерта на другой концерт, концерта Иосифа Кобзона, отправилось сразу 25 российских морских пехотинцев. И около сотни получило ранение. Тем временем выступает Владимир Путин, он говорит о переговорах. И да, из своего бункера его по скайпу подключили к встрече глав государств G20. Но по каким-то причинам, в связи с тем, что узнали, что там будет Путин, участвовать в этом мероприятии отказались кто? И товарищ Си, и господин Байден. Потому что слушать бред Владимира Путина, его маньячество, эти лидеры отказались. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает
агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Владимир Маньяк включает... Он делает вид, что он тут ни при чем, и прекратить все очень можно действительно быстро. Ну, первый способ, это, конечно, и мы будем исходить из того, что он основной. Хотелось бы другой, но основной способ таких, как Борис Паскудов, простите, Максудов, отправить домой в черных мешках. Но есть еще одна опция россиянам – уйти домой. Но пока она, конечно же, не проглядывается. Но Владимир Путин, не зря туда лидеры Китая и США не подключались. Почему? Потому что он решил заняться уринотерапией на глазах у всех. На лица лидеров G20, которые ему сказали, о чем он, собственно говоря, заявил, что заканчивай, ты уже задолбал всех, маньяк. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня, не потрясает? Уверен, что вот эта вот жвачка 8 лет бомбили Донбасс всех задолбала. Потому что вот эта вот опция, что вот мы бедненькие, на нас напали. Ну, послушайте, значит, Донбасс оккупирован с 2014 года. Как, собственно, и Крым. Часть Донецкой и Луганской области, включая Донецк и Луганск. И пока там не было российских захватчиков, все там было хорошо. Во-первых, сейчас уже после полномасштабного вторжения столько свидетельств о том, что это была российская армия. Привет Донецкой элите, но она уже давно не донецкая элита, потому что они решили поиграть в игру. В 2014 году у нас должен быть особый голос, но пока они хорохорились, зашла Россия и все. И региону кабзда, значит, вокруг Донбасс-арены пасутся козы и растет трава. Ну, потому что Раша, вот она вот так вот выглядит. Ну, а в части Палестины, при всем трагизме ситуации, хочется заметить один момент. 7 октября на Израиль была совершена террористическая атака. 1400 убитых евреев, и не только евреев. Вообще-то террористическая атака уровня общевойсковой операции. Точно так же, как и в Украине, значит, напала Россия. Это они перешли границу. Тогда это называлось их там неты, Гиркины, Стрелковы, кто там Бородаи и вся остальная российская ш**. Но факт от этого не меняется. И тут Манничелло частенько любит апеллировать к международному праву. Так вот, отправка иррегулярных воинских формирований – это есть акт агрессии. Там все четко зафиксировано. Но это заявление Путина, оно интересно в каком ключе? Что он вроде как готов вести переговоры. Между прочим, Зеленский никаких запретов на ведение переговоров с Россией не накладывал. Есть у нас решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором говорится о том, что нет смысла и невозможно вести переговоры, внимание, с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. У нас он проходит в народе с другим именем, на букву «Х». Но я цитирую документ. И да, вот эта вот дискуссия «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет на России», она, конечно, интересна, но мы просто фиксируем. И если уже говорить о диалоге, о переговорах, а это любимое слово российских пропагандистов сейчас, то все же возможно. Слушайте, от россиян никто ничего особого на самом-то деле не требует. Идите домой, руссо-нацисто, руссо-фашисто.
Не будьте таким, как Борис Максудов или Паскудов. У всех все плохо в экономике, надо брать Киев. Ну или хоть что-нибудь брать. У всех в мире не очень хорошо в экономике. У меня есть несколько рекомендаций, что нужно взять Оле. Я об этом скажу далее. Это важно. Для этого досмотрите видео до конца и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ваши версии, что нужно взять Оле и куда, пишите в комментариях. Происходящее прямо на руку Путина. У нас, как бы скажет нам Вашингтон. Поэтому с этой точки зрения мы сейчас, можно сказать, так сказать, вот на дне находимся. То, что Россия находится на дне, не является секретом. Но товарищи обсуждают, где брать деньги на войну. И единственный источник, основной источник, это российская нефть. Это важно зафиксировать. Вот они переживают, как статится ОПЕК, как они сократят поставки, не сократят. Цены на нефть падают, и Путин грустит. Потому что, да, именно нефтью они питают эту войну. Ну и по ходу, конечно же, размышляют на тему, когда же закончится война. Выясняется, нужно еще год. Ну, всего лишь год. То есть 2 года прошло, а нужен еще год. Но, слушайте, вообще-то тема ж такая. На войне оно ж всегда так. Ты сначала приходишь в страну, чтобы захватить ее за 3 дня, а потом тебе дают люлей. Да. Состоялась очередная встреча в рамках Рамштайна. У нас будут новые комплексы ПВО, создана соответствующая коалиция. Да, при всех сложностях мы не одни. И есть еще один важный, принципиально важный момент. Обсуждается вопрос модернизации F-16, которые будут переданы Украине. Это важнее очень многого. А сейчас вот приехал Остин. Спаси нас, человек! Спаси нас, человек! Ну что? А он говорит, ну нет волшебной палочки. Понимаете? Единственное, что могу сказать, чтобы детей был чем-то, ну, F-16 вам пообещать. Украина говорит, ну, абсолютно логичные вещи, что если там будут, условно, устаревшие радары и устаревшие ракеты, то это глобально ничего не изменит. А нужна последняя модификация вот этих систем. И пока наши пилоты тренируются, это идеальное время, чтобы провести эту модернизацию радаров, комплексов авионики и так далее. Летают наши летчики как минимум в 3 странах уже, США, Румыния и, если я не ошибаюсь, Дания. И да, тяжело, но это не значит, что там, на болотах, все по-другому. Если бы было по-другому, они бы публично не переносили сроки завершения войны. Они это называют победой, но я думаю, что идеальным завершением войны это будет судьба Бориса Паскудова, он же Маскудов, Максудов, в общем, товарищ из ВГТРК, это рассадник российских пропагандистов, там ультранацисты, а элитные информационные войска Путина. Можно, конечно, ухмыляться над этими деятелями, которые катаются на Украину, но на сегодняшний день они собирают исходные данные для принятия дальнейшего решения. И на данном этапе уступать не собираются и пытаются конфликт, если не привести к победе, то хотя бы его затянуть на неопределенное количество времени. Генерал Синева, он же генерал Боярышник, как выяснилось, иногда говорит неглупые вещи. На Западе действительно морщит репу. Что делать дальше? Как воевать и что нужно далее предпринять? Все же очевидно, нужны военно-технические решения. Речь идет об F-16. Значит, Гурулев рассказывает о том, что у них все хорошо, снаряды есть, ракеты есть. В общем, на мясо можно отправлять много-много российских граждан. Мол, они же практически убили всех украинцев. Осталось совсем чуть-чуть. Для нас наступает хороший шанс, чтобы в течение периода примерно год добиться хороших успехов по выполнению тех целей и задач, которые поставил наш президент. Запад все равно будет стремиться к тому, чтобы нарастить свое военное производство, и в том числе в Западной Европе. И при том, что да, их никто спрашивать не будет, и все равно заставит это делать, несмотря ни на какие экономические трудности.
Сегодня западники Соединенных Штатов Америки в любом варианте готовят к войне Польшу. Сегодня, может, кто не замечает, семимильными шагами готовят к участи Украины Финляндию. И эти угрозы надо четко воспринимать. Поэтому наши проблемы, те, которые существуют, они у них есть у западников, в том числе и по выпуску, и по наличию боеприпасов, включая ближневосточный конфликт. Что может заставить Запад увеличить количество производства боеприпасов и военной техники? Я знаю. Желание выжить. Вот эти вот мазки Гурулева, он же Синева, он же Боярышник, мол, нам нужно будет воевать с Польшей и Финляндией. Вообще-то страны НАТО. И вот слава Гурулева нас подталкивает к одной мысли, очень-очень простой, что Украина – это уже Запад. Значит, год он отводит на войну еще. Ну, знаете, сроки – это ж такое дело. У них же по факту они все как один повторяют один и тот же тезис, что как только Путин скажет «победа», тогда она и наступит. Критерий только вот этот. И с большой вероятностью, что, ну, допустим, победа может наступить где-нибудь в районе Краснодара. А Рамзан Ахматович это одобрит. Там будут правильные кадыровские порядки. Хотя есть мнение, что это уже произошло. Этим они, скорее всего, не ограничатся. Сегодня нам необходимо и принято решение по развертыванию общевойскового объединения на границе с Финляндией. Сегодня надо понимать, как укреплять наши восточные границы. Сегодня надо четко противодействовать тем мерам, которые американцы, они поставили, ставят сейчас приличное количество ракет «Томагавк» в Японии. Я так хочу напомнить, что они достигают практически на всей территории Приморского края, Сахалина, Хабаровского края и Амурской области, ну, Еврейской автономной области. Эту угрозу игнорировать ни в коей мере. Ваш избирательный округ под угрозой. Это не то, что там вот Гурулев пришел, всех пугает. Это исходные данные для принятия нами решений. Те решения, которые сегодня есть, они позволяют нам идти вперед. И вот это идти вперед, это, наверное, ключевое. И когда вот этот деятель Писториус там поминает, что он там, Небесную Сотню, да, на перроне вокзала, я прекрасно понимаю, что, скорее всего, итог нашей войны должен быть, когда мы будем поминать Писториуса на перроне Хауптбанхофа или Берлинца Алоги Шенгарта. Ну, по-другому-то, наверное, никак не получится. Ясно одно, что на Россию окружили исключительно враги. От Японии до Украины. Тут финны, тут поляки. Ну, в общем, все хотят смерти Россиюшки. Вместо того, чтобы задаться вопросом, а почему так получилось, они тут, естественно, намерены расширять вооруженные силы. Но страна-то у них большая, и население на эту площадь очень и очень немного. Они же не просто так носятся с запретом абортов и так далее, потому что нужны солдаты. Но подготовка солдат таким путем, она занимает как минимум все равно 18 лет. Человек родился, он должен вырасти, и ему же сразу автомат в яслях не дашь. Были попытки, там они 9 мая что-то подобное делают, но как бы все равно не сильно они, эти дети, воюют. Так вот, очевидно, будет история, когда все мужское население будет принимать участие в войнах от востока до запада. И план у них такой. Цель одна. Это сдохнуть за его не до царя Путина, а другие варианты, они просто не предусмотрены. Мы это все тоже учитываем и понимаем. И да, Украина була, ей буде. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Будет тяжко, но это марафон. Придется воевать. Вы же видите, они же безумцы. Они прямо декларируют своей целью уничтожение нас. А мы хотим жить. Какой же здесь компромисс? Прорвемся. Ах да, что же нужно взять Скобеевой, которая сейчас хочет взять Киев? Я думаю, ей лучше всего взять пример с Бориса Паскудова, а не то, что вы подумали. До встречи. Мы войну не ведем, мы пытаемся спасти людей от войны. Наших русских людей. Если освобождать, то освобождать весь украинский народ. Хотим Львов? Нет. До Варшавы? Неудачи России в Украине уже достигли таких масштабов, что у российских пропагандистов заканчиваются аргументы, как это все оправдать. Методички переписываются прямо на ходу. И если более года они рассказывали о трехдневной войне с нацистами, то сейчас мысли совсем другие.
Они поняли. В какую задницу попала страна с начала этой спецвоенной операции. Ну, от идеи освобождать они еще не отказались. Вот, например, Соловьев и Скобеева, разгоняя тему так называемого будущего Майдана-3, уже заявили, что им срочно нужно спасать наших людей. Нельзя оставлять наших в беде. Наших придется спасать вместе со всей Украиной. Так что будем вас спасать, украинский народ, от бездарной, нацистской, продажной, дилетантской украинской власти. Идти на Киев и освобождать украинцев собрался еще один тронутый на всю голову бывший депутат Украины Илья Кива. Проведя опрос и поняв настроение этнических украинцев, сегодня проживающих на территории Российской Федерации, а я прошу заметить, это порядка 6 миллионов человек, я буду обращаться к сильным мира сего с просьбой дать нам, украинцам, возможность освобождать свою землю. Это не только наше право, но и в первую очередь наш долг. Мы, украинцы, готовы встать рядом плечом к плечу с русскими, чеченцами, дагестанцами, осетинами, чтобы вместе, единым фронтом, как дети Бога, освобождать нашу землю от зла и порока. Лучше бы таки Вая себя от наркозависимости освободил. Но не только яйцеголовый любит принимать опасные вещества. На болотах уже рассказывают, что Украину нужно освобождать не только от киевского режима, но и от поляков. Конечно, ни в коем случае западная часть Украины не должна остаться под пятой нынешнего нацистского режима, и тем более там Польша не должна взять эти территории. Если освобождать, то освобождать весь украинский народ, потому что на самом деле для этих людей все польское вот это вот владычество, оно ни к чему хорошему не приведет. Вот. Мы же знаем вот эти планы о том, чтобы через какое-то время Западную Украину взять под свой контроль и под свое крыло. Значит, и здесь выяснится одно обстоятельство. Сейчас в Украине существует антироссийская коалиция, прикрытая националистическими лозунгами, которая выглядит как некое единое. На самом деле это не так. С одной стороны, есть Зеленский, который марионетка Запада, и который с удовольствием согласится на польскую оккупацию. Зеленский на это зажег зеленый свет. Известный закон, который разрешает польским гражданам быть полицейскими, прокурорами, сотрудниками правоохранительных органов, пограничниками и служить на территории Украины. Это фактически уже создание режима оккупации. Это все полный бред. Оккупировать украинские территории может и хочет только Россия. Правда, после нескольких жестов доброй воли и нынешней волны неудач на фронте, они задумались, а зачем вообще это СВО? Украинская сторона уже признала, что достичь каких-либо значимых успехов в ходе своего так называемого контрнаступа она не может. Девятистраничное интервью главкома ВСУ Зеленского, экономисту, это лишний раз подчеркивает, там много разных признаний. Заложенного, да. Признаний в том, что зашло все в тупик и так далее, и так далее. Усиливаются призывы заморозить этот конфликт, остановить этот конфликт. Американские сенаторы, вы их цитировали, еще кто-то. Но при этом остается все равно главным вопрос. А на каких условиях, а на каких основаниях? И вот это вопрос, который прежде всего касается нас. Мы понимаем, что были заявлены цели специальной операции. Эти цели в той или иной форме должны быть достигнуты. Песков сегодня, комментируя интервью Залужного «Экономист», сказал, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты, но не пояснил ни в каких границах, ни на каких условиях, ни когда эти цели и как выглядят эти цели будут достигнуты. Цели, задачи СВО будут выполнены. Вы скажите четко, наша цель это флаг на банковый, русский флаг на банковый. Нет. Как промежуточная цель. А вот это в отношении Украины. В отношении Украины. Понятно? Никто же четко не говорит. Я могу четко. Мы должны полностью освободить всю территорию Украины. Вот. Вот понимаете, вот эта двусмысленность, она же, если кто-то думает, что народ ничего не понимает, все прекрасно понимают. Вот люди все прекрасно понимают. И вот эта доска воспринимается, как будто оставляют себе люфт для того, чтобы пойти на какой-то договорничок в промежуток. Понимаете, почему не ставится конечная цель? Вот я очень хочу, чтобы понимали, люди, народ по-другому не воспримет. Уже все, уже такое, уже ситуация зашла настолько глубоко. Только полная победа над всем нацистским режимом Украины. Откуда мы знаем, какая конечная цель? Давайте про конечное, мы подойдем по Украине. Нет, это важно. Да. Потому что... Так вот поэтому и вы говорите, почему мы не знаем. Сейчас, нам же не доводят, какая конечная цель. Но нам и не могут довести, потому что хорошо, она не всегда очевидна.
У нас есть четкое понимание, вот в декабре 2021 года было высказано, что нам необходимо для обеспечения стратегической безопасности. И там отнюдь не только Украина. Они что думают, что они сейчас Финляндию и Швецию включили в НАТО, а мы-то типа скажем, вау, как круто. Они что думают, что вот сейчас в Прибалтике туда немцы заходят, или там они готовят для того, чтобы использовать аэродромы для разных. Мы скажем, вау, как круто. Мы что не видим всей этой суеты вокруг Молдавии, что происходит в Румынии? Мы что не видим, что творит Польша? Поэтому я вам скажу так, никаким Киевом, да. Никакой Банковой, никаким Львовым дело не закончится. Ого, какие интересные заявочки. Мы не знаем, какие у нас цели, но они будут достигнуты. Нам главное здесь не останавливаться. Это главнейшее условие. Нам нужно довести все до денацификации и демилитаризации Украины. Цели специальной военной операции определены давно, и ключевая задача – это демилитаризация. Соответственно, как мне видится, вообще из информационного пространства термин «переговоры» следует заменить все-таки на капитуляцию преступного киевского режима. Потому что в обратном случае решения проблемы не будет. Почему же не будет? В обратном случае будет демилитаризация России. И она, кстати, уже началась. Прилеты беспилотников, уничтожение или повреждение российских военных баз, заводов и электростанций заставили Кремль написать новую методичку. Теперь на пропагандистских каналах они рассказывают, что это, оказывается, Украина напала на Россию, а значит, ее нужно уничтожить. Я напоминаю один простой нарратив. Россия не собиралась захватывать Украину. Украина сформировалась как абсолютно токсичное, угрожающее России государство. И государство, которое 17 февраля 2022 года напало на Республику Донбасс. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Потому что перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно и без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать. Почему? Потому что на нас уже напали. Но они действительно фашисты, нацисты, они действительно не люди, и это не художественное преувеличение о том, что захватить они хотят территорию Российской Федерации. Как вы могли понять, теперь у россиян главная цель так называемой СВО не захват Украины, а обеспечение безопасности России. Речь вообще не идет о том, что России нужны исключительно эти новые территории, и на этом конфликт исчерпан. Больше того скажу, даже речь не про Украину. Речь о безопасности России. Это гораздо больше, чем Украина. Я думаю, что ни у одного нормального человека в России, нормального, подчеркиваю, нет никаких сомнений, что с Божьей помощью победа будет, конечно, наша. Но мы все расходимся в том, какая она как будет. Она выглядит? Да. Как она будет и что выглядеть? Считать победой? Только ли наши новые территории, которые у нас уже в Конституции записаны, или еще вот это, или еще вот то, или еще какие-то другие гарантии? Я скажу вообще крамольную вещь. Даже если мы добьемся гарантии нейтрального статуса, не вступления Украины в НАТО, вот этой вот всех прекраснодушных наших мечтаний, и они будут подписаны и кровью смазаны, и на Торе будет клясться Зеленский, и на Библии будет клясться Байден, он католик же, кажется, да? И все остальные будут клясться, каждый на своем, значит, на чем он там способен клясться, это ничего не значит. Ничего. Сегодня подписали, завтра расторгли, передумали. Или же сегодня подписали, все равно не придерживаемся. Вообще ничего не значит. Значит только зафиксировать территорию и оборонить ее так, чтобы никто не рыпнулся. И наращивать, продолжать наращивать свою военную мощь, свою экономическую мощь, стабильность моральную, духовную, патриотическую в нашем обществе, чтобы никто не смог рыпнуться. Какие же никуда. Сами развязали эту войну, а когда поняли, что страна, которая меньше по количеству населения и по количеству вооружения непобедима, начали давать заднюю. И заявлять, что никаких украинских территорий им вроде бы и не нужно. Мы отдали, ну все, что можно было отдать, отдали. Отдали Крым, который был всю жизнь российским. Отдали все эти территории, которые были всю жизнь российскими. Помогали, давали возможность там пользоваться нашими ресурсами. Они здесь миллионами, украинцы, миллионами здесь работали они. Они выживали за счет того, что они сюда приезжали.
выезжали на работу, зарабатывали деньги. Хорошо так, работали. Работали хорошо, дома строили, все, да, и там, я не знаю, копали ямы, еще, ну, и чем только сейчас, не занимались. Сейчас работают. Мы разрешали все это, помогали, как могли, как говорится, по голове гладили. Но в ответ параллельные процессы шли, и они были явно нездоровые. И вы раскачали всю эту ситуацию до того состояния, что мы пошли на спецоперацию. Сейчас вы говорите о том, что нужно какому-то прийти к компромиссу. Это удивительно. И оказывается, у нас, мы такие коварные, есть планы, вот про которые, то, что вы приписали сейчас Маргарите, забрать Киев. Это невероятно. Нет, просто. Но даже, Роман, ты говоришь в то время, что 20% мало. Этого мало. Но что такое 20% в России? Да, я рассуждаю, почему так. Но зачем наши военнослужащие были под Киевом? Потому что нам 17 миллионам квадратных километров нужны еще какие-то территории. Не поэтому. А потому что даже если останется один квадратный метр, вы попробуйте вот этот квадратный метр использовать для того, чтобы поставить там гаубицу Д-30 и стрелять по нашей территории. Речь. Да, это вы будете делать. Вот поэтому я говорю, что единственное условие, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, и Маргарита ровно про это говорит, заключается вот в этом самом сценарии. А не потому, что нам нужны какие-то города. Ой, как интересно, не нужны наши территории, но в то же время некоторые продолжают рассказывать про Одессу, Николаев, Киев и даже Львов. При всем потенциале Российской Федерации дойти до Львова, ну, не такая большая задача, проблема. Не такая большая. Мы Белоруссию там, по-моему, за полтора месяца все освободили, Великую Отечественную войну. Ну и здесь то же самое. У украинского режима не должно быть доступа к Черному морю. Ну просто для того, чтобы максимально просто пресечь такого рода атаки. То есть Одесса, Николаев должны быть российскими городами. И Херсон, разумеется, в том числе, что уже является частью нашей Конституции. А давайте спросим у жителей Днепропетровска. Только по-честному, не по дум натовского автомата, этого ВСУшного бандеровского автомата, не по дум репрессии СБУ, а по-честному. А вы с кем хотите быть? А я уверен, что жители Днепропетровска даже сейчас хотят быть с Россией. А спросите у жителей Киева, у Харькова, у жителей Кировограда, Одессы, Николаева, спросите. Но этого они делать не хотят. Я считаю, вот мое мнение как гражданина Украины, что Украина должна быть полностью в составе России. Действительно, их основная цель – уничтожение Украины как государства. Не просто так говорил Залужный. Если мы не убьем их, они убьют нас. Поэтому останавливаться, а тем более с ними договариваться, ни в коем случае нельзя. При сокращении внешней поддержки финансовой составляющей, естественно, будет принуждение к приговорному процессу. Вот в чем, соответственно, основная особенность того, что сейчас происходит, и то, что мы видим, соответственно, вот на внешнем периметре. Что значит принуждение к переговорному процессу? Дело в том, что как бы происходило несколько итераций переговоров. Я так понимаю, последняя итерация переговоров не совсем устраивает одну из сторон, мягко говоря. Вот, поэтому, соответственно, после как бы... Нас, да? Да. Вот, соответственно, после... Мы хотим Львов? Нет. До Варшавы? Нет, у нас условия там больше специфические. Вот, судя по всему. Вот, соответственно, как бы сейчас будет... Если вы знаете, какие условия вы рассказываете. Ну, давайте, те, кто вели переговоры, сами расскажете условия. Вот, проблема... Знаем, кто эти люди. Ну, Салива, например. Спросите у него. Но это не наш человек. Ну, кто знает, эти с республиканцы считают, что наш. Вот, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что сейчас происходит... Салливан и Абзалов. Навели тень на плетень. Рассказывайте, что знаете. Смотрите, есть была базовая составляющая переговоров, которая предполагается, это отведение как бы к базовым позициям, соответственно, начало военного конфликта. Я так понимаю, соответственно, это... Вы имеете в виду переговоры Патрушев-Салливан? Еще до этого. Но вопрос базовый, вот первая итерация, она предполагала просто возвращение, соответственно, к тем позициям, которые были. Я сомневаюсь, что сейчас как бы... Сейчас базовая позиция, это как минимум... Четыре украинские... Институция это прописана. Вот, соответственно, потом был переговорный тег, который предполагал, соответственно, так называемый корейский сценарий, как мы все там знаем, соответственно, связанный по этим Днепру. Вот, части Днепра заранее говорю, чтобы там никто не опылился. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы есть много... Потому что все начинают думать про Киев. Я про то же. Ну, следует отметить, что Одесса всегда за Днепром. Про него думаем и никогда не забываем. Ну, надеюсь, что Киев тоже. Вот, проблема заключается в следующем. В том, что сейчас как бы происходит как раз усиление этих переговорных позиций, чтобы этот трек запускать. Потому что с этой точки зрения, если не будет никакого военного разрешения этого конфликта полностью, и когда, соответственно, экономическая цена этого конфликта будет очень высокая, тогда, соответственно, переговорный процесс как бы будет неизбежен в данном случае. В общем, вы когда в следующий раз встретитесь с Салливаном, вы ему... Я скажете, с ним не встречаюсь. Мы против, мы идем до конца, до победы. Реклама. Победа где? Вернем. Ну, друзья, следует понимать, что это все враждебная пропаганда.
Так что не поддавайтесь ей. Соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только официальным источникам информации. Это был «Осторожно, зомбоящик». Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи!